Ну что ж, дорогие друзья, на сцене Государственный академический ансамбль танца Сибири имени Гаденко. Сибирь моя!
школы номер один города Беслана. В прошлом году каждому из нас исполнилось 7 лет. Главное событие, которое происходит в жизни ребенка в 7 лет, это школа. Первый учитель, первый звонок, первый в жизни урок. 5 сентября во всех школах Осетии прошли уроки мира. И к нам, первоклассникам, на первый в нашей жизни урок мира пришли сегодняшние выпускники школы. Это Вацой Виктор и Гурива Ира. 10 лет назад они в тот страшный сентябрь 2004 года впервые переступили порог школы. И было столько лет, сколько нам сегодня. Такое не может повториться снова. Никто не имеет права отнимать жизнь у детей. Дети не должны умирать. Они должны жить и быть счастливыми. Мы – дети Беслана, города, который стал печально известен всему миру в сентябре 2004 года. Прошло уже 10 лет. В этом году мы попрощаемся со своей родной школой. Впереди у нас взрослая жизнь. Мы, конечно же, будем вспоминать наши беззаботные школьные годы, смешные случаи на уроках, наши школьные праздники, друзей, добрых и мудрых учителей. Но память снова и снова возвращает нас туда, где страшные дни, когда на наших глазах убивали ни в чем не повинные учителя и ученики. Тогда мы были бессильны перед страшными и жестокими вооруженными убийцами. И эту память никому никогда не стереть. Но сегодня, в эти светлые майские дни, мы хотим обратиться к вам, ко всем участникам этого прекрасного фестиваля. Дорогие ребята, давайте сделаем так, чтобы и дети, и взрослые всех национальностей жили одной дружной семьей. Ведь ради этого и собирает Владикавказ этот фестиваль. Фестиваль настоящей дружбы, человеческого общения и радостного творчества. Пусть на нашей многонациональной, кавказской, российской земле никогда не будет больше страха и детских слез. Пусть звучит веселая музыка, пусть радуются и танцуют дети. Пусть весь Кавказ, всю Россию, все братские страны осветит своим ярким огоньком танец дружбы. Дорогие дети, что произошло с детьми Беслана, мы, дети Японии, никогда не забудем. Находясь здесь, мы еще больше прониклись в трагедии, боль которой мы навсегда в своем сердце увезем в Японию. Эту дорио минасани окуримас. И этот танец мы дарим вам.
продолжается, и мы за мир и дружбу между народами. Город-герой Севастополь. Севастопольский вальс. Светит луна, тихо плещет волна. Мы вдоль берега моря идем и поем, и поем. И шумит над головой сад весеннею листвой. Севастопольский вальс, золотые деньки мне светили в пути не раз, ваших глаз огоньки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Севастопольский вальс,
золотые деньки. Мне светили в пути не раз ваши глаз огоньки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Танцует Северная Осетия.
танцует Адыгея. Thank you.
Армения! Республика Казахстан. Thank you.
Танцует Карачаево-Черкесская Республика.
Пока!
Дорогие друзья, наш фестиваль проходит в дни, когда вся наша страна переживает поистине исторический момент восстановления единства. В Россию снова вернулись город Ялта и город-герой Севастополь. Это долгожданное и радостное историческое событие произошло благодаря единодушному решению народа Крыма, благодаря всенародной поддержке россиян и благодаря личному мужеству и твердой воле нашего президента, президента России Владимира Владимировича Путина. Высшая справедливость есть. Мы вместе! Это наша общая победа, победа всех россиян. Победа, которой по праву будут гордиться наши дети и внуки. А сейчас, дорогие друзья, осетинские мальчишки вызвали на соревнования мальчишек из Севастополя. Встречайте, ансамбль «Хуртен», обладатель гран-при первого фестиваля детских хореографических коллективов «Танцевальное шоу Кавказа. Танец дружбы» и ансамбль танца «Калейдоскоп». Гран-при, младшая группа, государственный детский ансамбль песни и танца «Даймок» имени Махмуда Эсенбаева, руководитель народная артистка Чеченской Республики, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Айза Ахмадова, город Грозный.
и пошли на занятия в музыкальный класс. Фестивале. Тут ребята с разных стран показали свой талант. Фестиваль тут уникальный, молодежный, танцевальный. Чтобы люди мирно жили на земле своей родной, чтоб народы все дружили, на Кавказе был покой. К нам приехало много почетных гостей посмотреть фестиваль наш детский. Подружиться мы со всеми хотим, чтобы мир был на планете. И мы просим взрослые вас поддержать форум детский наш. Нам глава Северной Осетии Таймураз Дзенбекович совет однажды мудрый дал, чтобы подружились вместе дети, собрать их надо в этот зал. Тогда же мэр Владикавказа Сергей Шамилевич придумал этот фестиваль танцоров со всего Кавказа. На состязание созвал, и танец дружбы появился. Гостей встречал Владикавказ, он уже трижды появился, но сегодня в четвертый раз. Пускай придется потрудиться, на сцене буду я как птица, и знаменитой примой стану, как Адельхаева Светлана. И всем давным-давно известно, что нужен дирижер оркестру. Я дирижером стать намерен, таким как Гергиев Валерий. Когда ты станешь дирижером, а я прославленным танцором, Галинка, я хочу блистать, солистом самым главным стать. А я люблю нащить старинный, прекрасней танца нет у нас. Меня, как боевую Альбину, узнать скоро весь Кавказ. Такой прекрасный фестиваль нам очень-очень нужен. Мы каждый год здесь будем ждать всех вас. Пускай же вечно не смолкает танец дружбы, и будет вашими улыбками согреть Владикавказ. Занятия окончены, дети взяли стульчики и прошли в свои группы. Танцует Кыргызская республика. Программер. We'll be right back.
Дорогие друзья, встречайте на сцене обладатель гран-при в старшей возрастной группе ансамбля песни и танца Грузии «Эризиони».
Грозные.
Государственный академический ансамбль танца Сибири имени Гаденко. Академический ансамбль танца «Алан». Композиция «Мир Кавказу».
друзья, всех участников фестиваля приветствует Владикавказский муниципальный хор мальчиков. Хормейстер Наталья Меркурьева. Дружить, дружить, как пьяница, дети, и мир нам не
фестиваль детских хореографических коллективов «Танец дружбы» подошел к концу. И мы желаем нашим участникам творческих успехов и блистательных побед. Через год Владикавказ снова ждет вас всех на следующем 5-м юбилейном фестивале «Танец дружбы». До новых встреч! Барнайзагутмал, Амончин Барагватта, Сауат, Нанок Пембалтман.